Здравствуйте. Добро пожаловать в Ближнее Подмосковье на арену Химки. Здесь сегодня большой футбол. Здесь второй тур лучшей лиги мира. Молбет, первая лига. И встреча Химок и московского Торпедо. Ну так сложилось, что уже четвертый раз подряд соперники играют на этом стадионе. Три предыдущих матча завершились убедительными победами Химок. Вот хабаровский СКА набрал 6 очков в двух стартовых матчах. Хотя качество игры, особенно во втором туре, оставляло вопросы. Есть Родина. А вот есть атака Торпедо. И гол! Гол! Гол Рейна! Рейна забивает. 5 минут позади. И Торпедо. Ну вот мы говорили, что пора как-то эту традицию неприятную, неудач на этой арене поломать. Торпедо делает с самого начала все, чтобы так и случилось. Йорди Рейна открывает счет. 1-0. Посмотрите, что Рейна сам и завязал, по сути, эту атаку. И затем оказался абсолютно не прикрыт. Очень координированный футболист, очень техничный. Химки в атаке. Ну вот момент. Удар по воротам, лицом. Мяч отражает голкипер Торпедо Егор Бабурин. Не потерял лица, можно и так сказать, вот в этом эпизоде. Химки вторую волну атаки готовит. Это Нетфулин. Передача. Что нет офсайда, удар. Кулишев над перекладиной, мяч летит. Это был шанс еще. А я так понимаю, что ассистент главного судьи не реагировал. Он очень здорово играл. Вот он сейчас как раз с мячом в молодежной сборной. Один из самых талантливых фланговых защитников нашей страны. Удар Нетфулина. И мяч сваливался влево от голкипера. Причем так довольно резко уходил в сторону. Бабурин снова реагирует. Бабурин снова доказывает, что он вполне порядке. Ну и Нетфулин в порядке. Там и Игорь Горбунов, которого мы опять же таки по премьер-лиге помним, очень сильный футболист. Ничего себе! Чурич! Привет от Марио. Привет Антону. Вряд ли речь о дружбе. Ой! Ворота! Ой! Ворота! 1-1! Ну это Олег, просто великолепно. Олег, я просто стоял в 3-4 метрах за спиной Берковского. И мне просто эту траекторию видел, и я видел, как мяч летит в угол, и мне казалось, да нет. Торпедовцам еще предстоит много бегать в оставшееся время, вот свежие ноги не помешают. Итак, Орехов вышел, Торпедо в атаке, удар! И какое шикарное спасение, как здорово играет Митрюшкин. Был шанс отметить свой день рождения у Изюбчука голом. Сам себе вот такой подарок сделал. Ну, следующий выезд, он не завтра, да? Но, по-моему, следующий матч у них домашний на большой спортивной арене Лужники. Опасно! Рейна! Рейна укрыл мяч корпусом. И удар! И снова Митрюшкин хороший. На этот раз он не дает отличиться. Хотя удар был прицельным. И сложным, с отскоком от газона. Фол, вот он как на ладони в этой точке. Йорди Рейна. При этом удивительно, но потом скажу. Подача! Опасно! Ох, вот тут гол! Гол! С рикошетом мяч заходит в сетку ворот. И торпедовские замены тоже играют. Москвичев! Гол Москвичева! И у Химок 3 минуты, максимум 3 минуты на то, чтобы спасти эту игру, в которой они большую часть времени владели мячом. Много атаковали большими силами, но торпедовские замены не хуже, чем замены талалаевские. Мы увидели сегодня 3 забитых мяча, мы увидели 2 гола в исполнении футболистов, вышедших на замену, мы увидели 2 играющие команды. И победу московского Торпедо. Победу московского Торпедо. 2-1.